Сейчас подсъемки сделаю. Я жарил продукт на газовой плите обычной. Вот. Я ее поставил просто туда, где цветы у меня росли. Ну, в лабораторию. Ну и там варил суп. Просто услышал искры, как пошли из-под двери. Ну, я голову опустил, такой, слышу, хлопок, пупах. Говорю, я взорвался, меня всего вот так трясет. Мне говорит, тебе нужна скорая? Я говорю, да не, не надо. Смотрю, вроде ничего нет, только, ну, ссадины. Что дверь вот так летела по квартире. Ну вот, собственно, и все. За что задержан был сотрудниками полиции? Ну, дома то, что нашли марихуан. А как она там оказалась? Ну, я для себя, для собственного потребления выращивал. Я бизнесмен, у меня как бы есть магазины свои. Ну и курить люблю. Я думаю, зачем покупать ее, если я дома посажу, она растет нормально, то есть. Вот. Ну, то есть вот так вот. Там у меня было там сколько там, 2 куста. Росло. Вот так вот. Ранее не судим? Не, ранее не судим. Я не связывался с этим.